все произошло на этой лошадке. Вот и скажите, что он что-то какой-то бешеный или какой. Вот этого жеребца по прозвищу Малыш и оседлала 12-летняя девочка. На базу отдыха она приехала с подругой и ее родителями. Взрослые арендовали лошадь вместе с инструктором. Вот только тренер, вместо того, чтобы следить за катанием, почему-то оставил девочек наедине с животным. Папа сказал, что девочки подготовленные, занимаются более 2 лет на красном ключе в Актае. То есть, со слов конюха, значит, они сидели уверенно. Потом, через какое-то время, значит, произошла вот эта ситуация. Малыш вмиг превратился в обезумевшего жеребца. Школьница слетела из седла и ногой зацепилась за стремя. Так конь протащил ребенка несколько сотен метров. Остановить животное инструктор смог только спустя некоторое время. На базу немедленно вызвали скорую помощь, но ребенок уже был без сознания. Охранник взял на руки ребенка и, значит, унес в район администрации. Девочка дышала, но как... То есть была без сознания. Прибывшие на место медики провели реанимационные действия, но девочка скончалась, не приходя в сознание. Смерть, скорее всего, произошла из-за полученной черепно-мозговой травмы. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это выполнение работы или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Настя, именно так звали погибшую, училась в 26-й школе. В дневнике одни пятерки. В школе до сих пор не могут поверить в то, что одноклассницы больше нет. Аделя Кломиц, Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, ТНВ, Нижнекамск.